На мероприятии ученики школы встретились с заместителем начальника военного комиссариата Десногорска Николаем Николаевым, представителем полиции Михаилом Зайцевым, с председателем Совета солдатских матерей Валентиной Рожковой и подполковником запаса Михаилом Хоботовым. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. Всем бы хотелось вам сказать, особенно мальчишкам, готовьте себя к службе в армии, не бойтесь ее. Она закаляет людей, она учит. После службы в армии мальчишки превращаются в мужчин. Прививать любовь к родине, как считает организатор проекта «Служить родине» председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, необходимо с раннего возраста. Этим мероприятием, как комитет солдатских матерей, мы хотели донести желание служить в армии, обязанность служить армии, чтобы быть достойными защитниками нашей Родины, нашего города. Подобные уроки проходят во всех школах Десногорска и в Десногорском энергетическом колледже.